Алла Пугачева много лет посвятила своей карьере. Она смогла стать легендарной певицей, но уже несколько лет Примадонна не дает концертов. Пугачева сосредоточилась на семье и все свободное время посвящает двойняшкам Лизе и Гарри, которые учатся в школе. Но в этом году звезда неожиданно покинула Россию. Отметим, что теперь Алла Борисовна проводит время в Израиле. На этот раз Пугачева выложила новое фото, на котором Максим Галкин передал возлюбленный букет цветов. Певица намекнула, что этого мало и она соскучилась по мужу. «Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек», написала звезда. Я в шоке, в восторге и в шоке. Да. Любимый. Вот. Ой, мое сердце обливается. Да. А Лусечка, за твое здоровье. Ой, мой хороший. Какая красотка. А? Отхватил себе жар птицу.